Здравствуйте. Это программа «Вопрос эксперту». В студии Миляуша Замалиева. Миляуша Замалиева, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, кандидат медицинских наук. Как выбрать аниматора для ребенка? На что нужно обратить внимание? И должен ли аниматор дать какой-нибудь документ, который бы подтверждал оплату? Родители все чаще изъявляют желание сделать детский праздник оригинальным и увлекательным. Один из популярных способов пригласить аниматоров. Предлагаем вам советы, как не испортить праздничное мероприятие. Изучите рынок услуг. Спросите советы у друзей и знакомых, которые уже пользовались услугами аниматоров. Почитайте отзывы в интернете. Посмотрите видео с мероприятий, которые ранее проводили сотрудники выбранного вами агентства. Ознакомьтесь с ценами и предлагаемыми программами. Заключите договор на оказание услуг в письменной форме. Договор должен быть в двух экземплярах. Перед тем, как подписать его, внимательно прочитайте условия договора. Изучите предмет, сроки исполнения и указанную стоимость услуг. После оплаты услуги обязательно сохраните платежный документ. Если по вашей вине исполнитель не сможет выполнить условия договора, вы должны полностью оплатить услугу. Если свои обязательства не выполнит исполнитель, нарушит условия договора, обращайтесь в его адрес с письменной претензией. Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, обращайтесь с исковым заявлением в суд. В суде вы можете дополнительно потребовать компенсацию морального вреда, а также потребительский штраф. Не поленитесь оставить отзыв об услуге в социальных сетях. Это поможет другим потребителям сделать правильный выбор. Пусть выбор аниматора не разочарует вас, а принесет массу позитивных эмоций.